К обстановке на дорогах региона в Калинковичах 5-летний мальчик попал под автомобиль, когда тот буксировали на гибкой сцепке. По словам водителя буксируемого автомобиля «Опеля», ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованных у края дороги машин. Мальчик получил травмы и был госпитализирован в районную больницу. Врачи оказывают юному пешеходу необходимую помощь. Мотоавтоинспекция в связи с произошедшим обращается ко всем участникам дорожного движения, в частности к родителям, не оставлять своих деток, особенно в темное время суток, играть одних на улице.